Рука. Ложись. Так. Хотел бы показать один хороший проход, который, ну, я применяю, достаточно рабочий. Топовые черные пояса тоже его используют часто на соревнованиях. Какая задача? Я хватаю односторонний захват штанины и отворота соперника. И для соперника это получается такой, ну, я блокирую всю сторону его. И задача прям плотно это делать. Сейчас делали снизу техники, сейчас покажу сверху. Хорошую технику, смотрим. Я могу находиться здесь, здесь. Мы можем сделать дабл пул. И отсюда точно так же это работает. Что я делаю? Я хватаю левой рукой его левую ногу за штанину, а правой рукой подальше к его шее, прям вот здесь плотненько я беру. И отпрыгиваю, как будто делаю спрол, то есть отжимание такое. Раз, хоп, и втыкаюсь головой прямо ему в грудак, вот сюда. И отвожу полностью руку. Здесь надо брать 4 пальца вот сюда. Не вовнутрь, а снаружи. Вот, и здесь я держу. Раз, это должно быть, ну, достаточно быстро. Хоп, вам, я прям втыкаюсь и прижимаюсь к сопернику. Обычно растяжки, ну, даже есть хорошая растяжка, здесь, если вы хорошо грузите и вот сюда отжимаете потом локтем, то получается неплохой проход. Еще раз. Я рекомендую вот такой сайд-контроль. Здесь я перекрываю соперника полностью. Если же точно так же, дабл пул, мы раз такие, хоп, бам. Отсюда можешь сразу прихватить, бам, прыгнуть и отжимать соперника. Пробуем. Раз, два, три. Thank you.